дыши ротиком, как ты умеешь дышать. 1700 ангарчан обратились за медицинской помощью в эти дни. Рост заболеваемости в январе, когда морозы отступают, говорят специалисты, уже привычное явление. Вирусная инфекция не щадит самых маленьких ангарчан. Есть у нас превышение эпидпорога возрастной категории детей с 3 до 6 лет. Он превышен у нас на 10,9%. Значит, зарегистрировано на сегодняшний день у нас 6 случаев гриппа. В основном среди детей один взрослый. Грипп наш сезонный, то есть типа А, H1N1 и H3N2. Если в поликлиниках очереди, то в детских садах пустующие группы. На карантин закрыто уже 12. Воспитанников распускают по домам, когда заболеваемость в группе превышает 20%. Родителям не заболевших детей на время карантина врачи выписывают больничный лист. Мы были вынуждены закрыть группу раннего возраста, причем эта группа самая маленькая в детском саду, с 1,5 до 2 лет. 21 числа в этой группе было заболевших 8 детей. И 22 числа так получилось, что в младшей группе тоже у нас была высокая заболеваемость, и следом 22 января нам пришлось закрыть группу номер 5. Это детки с 3 до 4. Сегодня в учреждениях, где закрыты группы, проводят дезинфекцию, тщательно моют помещение и проветривают. Воспитатели детских садов ужесточили контроль на утреннем приеме детей. В период эпидемии необходимо быть более внимательным к состоянию здоровья малыша и не заниматься самолечением. Мария Константинова, Дмитрий Новопашин. Местное время.